Мое утро начинается с того, что я отвожу сына в садик. Свободное время я с детьми, в последнее время только так. Музыка до сих пор остается для меня хобби. Мой кумир не из музыкального мира. Мой кумир – великий полководец Амир Тимур. Главная его цитата – «Сила в справедливости». Главные мужские качества, я считаю, всегда отвечать за свои слова. Если честно, я до сих пор не знаю, что меня вдохновляет. Я не разобрался еще. Рэп для меня – это та музыка, без которой вообще не было бы певца Шахруха. Образование высшее, Ташкентский экономический университет. Иногда приходится использовать, потому что я кроме музыки еще другими делами занимаюсь. Я недавно научился сдерживать себя. Так, социальные сети у меня Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники. Я бы хотел пожать руку Эминему, а я бы сказал, что он мужчина. В машине у меня играет радио. Я пока что ничем не горжусь, потому что я думаю, еще много чего нужно сделать. В моем меню всегда есть вода. Я считаю, что человек ко всему привыкает. И я бы не сказал, что человек без чего-то не может. Друг – это тот, кто дает вам советы, чтобы вы делали поменьше ошибок по жизни. Вот это друг. Характер сложный по настроению. С детства я всегда помню себя с рогаткой. Стекло тоже разбило. Вредная привычка – компьютерные игры. Стратегия Generals. Любимое место в Ташкенте. Я думаю, что у всех любимое место, и мое любимое место также – это свой дом. Скрытый талант на то и скрытый, что и я сам об этом не знаю, не то, что там окружающие. Из собственного творчества Лайлива Маджнун. Читателям Пиксленда желаю только удачи, только вперед.